Все, кто прибыл в эту обитель, должны оставить в прошлом прежнюю жизнь и вещи. Одобрение настоятельницы – это все, что должно вас заботить. Я верю, что ты тот божий дар, которого мы ждали. Что здесь происходит? Мэри что-то видела. Лицо. У меня строгие правила, но они существуют не просто так. Мы придерживаемся строгого обета молчания. Так мы становимся ближе к Богу. Твоя боль лишь приближает тебя к Нему. Нужно действовать заодно, чтобы выбраться отсюда. Твое постоянное вмешательство принесет им только боль. Нет! Нет! Ты аморально грешна и омерзительна. Помогите! Я нарекаю тебя Агатой. Святая Агата.